Досрочного завершения учебного года у тюменских школьников не будет. Это чревато переносом занятий на осень, что повлечет за собой множество проблем. До 30 апреля дети в нашем регионе будут учиться дистанционно. Система отлажена, у каждой школы есть свои инструменты. Даже те ученики, у которых нет возможности выйти в интернет, получают задания. Главная цель сейчас – пройти основные темы по базовым предметам. Перейдете по ссылке. Если ситуация не поменяется, то на май готовим срезовые, фиксирующие контрольные работы для того, чтобы просто уже во всех переводных классах провести контроль знаний и иметь возможность вывести средние четвертные оценки. Ну а по выпускникам 9 и 11 классов, в том числе, скорее всего, по 10-классникам, в этом сегодня пока продолжают разниться наши сценарии, мы перейдем на режим уже более интенсивных консультации с целью подготовки к государственной итоговой аттестации.